зараза злокачественного феминизма движется из Америки в Европу и в сторону России тоже. Злокачественному феминизму закон не писан. Инфицированные им дамы спустя годы и даже десятилетия проецируют свои сексуальные фантазии на состоявшихся по жизни и вообще профессионально мужчин, обвиняя их в попытках изнасиловать. Посмотреть на 3 недели высокой мужской моды, которые прошли в Лондоне, Париже и на этой неделе в Милане. Там видно, бесполый стиль унисекс практически закончился. Теперь в мужском тренде платье, туфли на высоких каблуках и яркий макияж. Это как раз то, о чем я говорил. Либералы начали продвигать женский мир. Задуманная идея очень объемная, и надо бить по большим площадям с наибольшей силой, вплоть до маразма. Причем не думая о последствиях. Это ровно та же ситуация, как с бомбардировкой Югославии, войной в Афганистане, Ираке и далее по списку.